ДВ. Слышно? Да, да. Что у нас команда меняет? Не свисти. Симыч. Откройте список Эйзов и посмотрите. Кто будет командовать высадкой? Вы? Я никнеймы прочитаю по порядку снизу. Все. Слушаем. Симыч. АМБ, пионер, понял? Да. Я вас снизу начну с АМБ и по порядку. Ну, никнейм сказал, мы выпрыгнули. Уха! До нас прыгают. Кто там командир Хиггс у них? Госсуп. Да. Суп, мы первые прыгаем, да? Да. А вы это кто? Мы. Это мы с тобой, мы. А, да. Ой, суп. Бля, бойцы, скиньте гранату, пожалуйста, хотя бы одну, а у меня вообще гранат нету. В инвентаре со мной, скиньте гранату. А не важно, как... по одной гранате нет? Не важно, какую из четырех кнопок десантироваться. Спасибо, хотя бы гранату. Но на всех разный шанс, так что это не важно. Мы все умрем. Короче. На одной 0%, на одной 25%, на другой 50%, на другой 100%. Вот выбираем. Мы все умрем. Супа, ты будешь кричать по номерам, когда прыгать или что? Да, да, по номерам. Ребят, только давайте быстро считайте, чтобы мы быстро... Потому что начну стрелять, я сразу буду делать маневр. Кстати, когда летим, GPS... У нас Сима... Шмель. Да. Скажи Симу, что он отсчет вел. Так он и будет вести отсчет. А вот снизу вверх будет. Шаки. Сколько у нас? 25 человек. А что, все вместе? Андрю, главное на пальму не стоит. Ну, лучше не надо, можно убиться. Здесь так, пальму высота нет. Высота будет 150-200 метров. Это Франция. А компас у всех есть? Скорость нет. Да, не у всех. Скорость нормальная вам хватит. Загон. А вот и земля. О, Комик, предупредишь заранее? Типа. Ну ты на карту смотри. Вот же. На южной метке сами начинайте отсчет. Только не близко, полковник, к зенитке. Ну я. Так я, блин, сам по самому краю пойду не хочу. Где ты видишь, как мы летим? На карте там видно. Там будет видно. Ты там высоту держи примерно 200. 150-200 будет, все. Да, и скорость небольшую. Я не могу посмотреть. Скорость 250 будет. Да ну нафиг, что... 250, вот готовность. Да я бы сам сел на пилота. Эти отделения задачи, а как можно скорее найти меня. Ну ты там поместишь. Каску сними, каску да, сними. Ищите ближайших, я вас найду всех. Все, зеленый свет через 10 секунд. Готовность. Зеленый свет через 10 секунд. Лампочки где в салоне загорать? Готовь. Пип, пип, пип. Тихо. Отсчет видите, хоть. Симыч, где отсчет? Давайте быстрее. Шмель, продублируй. Думайте быстрее прыгать, как начну стрелять и буду ворот делать. Прыгать. Симыч, ой, Шмель, дублируй. Да он знает там. Суп. Ну, давайте, по первой. Быстрее. Первый пошел, второй, третий, четвертый, пятый, лол. Шестой, седьмой. Что, простите? Восьмой, девятый, быстрее считайте, десятый. Быстрее. АМБ на высоту. Резак, дальнобой, Эсич, пионер, Эркут. Промогод. Да ёпта. Давай на дерево, давай следующий. О, пошла жара. Чуть-чуть, да, давай, 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 еще немножко давай на дерево. Бля, ты где? А, ты рядом, слышишь? Да. Мы уже бежимся. Сейчас убьешь меня. Да нет. Опа, тихо. Не попал. О, нормально. Вот там резак. Не, подожди, вот там резак, по-моему, нет? Вот то следующий? Не, вот перед возможно. Нами прыгай. Не перед нами, это тогда туда. Ну ладно, пошли искать. О, бесишь. Дальше там, дальше. Давай. Резак где-то дальше. Ну пошли дальше. Я, по-моему, сам первый прыгнул. Нет, там до тебя дальше. Еще прыгнули. Там уже просто прыгать без команды начали, там что-то командир тупил. У меня карты-то нет. Печалька. Ну я не знаю, куда идти. Вот зона слышит. Не, ну сейчас, может, стрелять начну, будет понятно. Ну там зенита каких-нибудь. Да не, пусть не пошли влево в зону. Мы сейчас пойдем дом. Ну пошли. Пошли на зону. Подожди, а где второй зона? О, а вон и зона, да. Ну теперь все понятно. О, Беркут.
Пиздец. Бля, а кого-то видели еще? Да вот, вот, все. Ага, ну ладно, пошлите. С нами. А что это, десант высадили? О, ёпта, смотрите, пацаны. Походу иностранцев. Не очень весело. Чё это, икшма? Да нет, чё ты... Смотри. Пошли, пиво, пошли. Смотри, да иностранцев жалко. Ну, пусть и пошли. С кем мы встретимся? С техникой, с пехотой. Свои. Это Ганамак, он нас не видит, пошли. Извращенец, блядь, слышишь? А? Там, блядь, трое немцев нарвались, блядь, в упор просто. Блядь, гонец, ты извращенец, нахуя ты вперед уперху, блядь, а? Так мы вас найти не можем. Медик, 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 медик. Да-да-да. Давай, иди сюда. Лечи. Че, будем ходить? Только боль одна, я тебе могу морфия дать и все. А, у меня боль пропала. Это морфия, помнишь? Мы их убили, слышишь, там помогло. Мы их убили, скорее всего, но я гранату в них кинул. И... Короче, пионер, иди ко мне. Бля, чё у меня? Блядь! Винтовка, блядь. Вон немцы. Блядь, пионер, нахуй ты воздух стреляешь, блядь, долбоёбку, блядь. А у меня это, блядь, обойма не призрежет. А воздух нахуя стреляет? А куда? Из инвентарь, блядь, можно вытащить обойму и заново зарядить. Нет, это сложно. Блядь, я бесшумно. Блядь, пиздец, хуй. Смотрите блядь. Туда, блядь, чё на меня все смотрят. Всё, 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 иди, гоня. Так, короче, пацаны, иду первых, за пионеру, хуй. Там Ганамак ещё.